Оружие спрячь. Не расслабляться! Не спать! Ждем противника! Thank you.
Спокойно. Ждем врага. Никому не расходиться. Чуваки, спокойно. Ждем врага. Вот и все. Thank you.
Схема путепровода Припять-1. Вот и доказательство. Подземный путь в Припять существует. Так, после запечатывания путепровод заполнили газом. Thank you.
здесь вход в путепровод. Если запустить генератор, получится открыть транспортный шлюз. С электроникой здесь то же самое. При этом система защиты от выброса цела. Что же это было?
болит, сталкер! Теперь ты труп! Поехали, парни! Отходи! Thank you.
Леха! Покедова! А! Бай! Как дела?
сухогруз, прячь оружие. Ну, с... Найдешь артефакты? Заглядывай, посмотрим. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай, нет, проваливай. Давай, давай, не задерживайся. Это как медом помазал. Приветствую. Привет, брат. Сталкер подкрадывается, и так того, что на дереве сидит крепко между ног. Много так, колись, падла. Кто такой? Из какой группировки? В ответ тишина. Ну, сталкер еще сильнее нажал. Кто такой, спрашиваю? Тут опять молчит. Ну, рассердился сталкер. Сдавил так, что прям по руке потекло. Слышишь, скотина, я сейчас вообще отруби все. Отвечай, кто такой, быстро! А сверху такой... голос. А как его молчал? Лови гостинчик! Так я ж не мой! А я тебя гранатой!
Вот такое знает кто? Привезли как-то одного из щенов в зону показать что да как. Некоторые вещи его удивили, некоторые возмутили, а некоторые вещи у него украли. Ты даешь? Здравствуй, сталкер. В общем, выкладывай. Как дела? Чай уже. Это Зверобой. Ко мне только что охотник один заходил. Так он прошлой ночью химеру видел. Судя по описанию, ту самую. Как сможешь, загляни ко мне. Дело вот. Thank you.
Ну? Ну, привет. Я слушаю. Слушаю. Чего тебя. Тебе? Здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. А, подходите. Что у вас?
Так это ты, значит, спец по нору. Ладно, ладно, не переживай. Ребята все толковые и надежные. С мутантами быстро разберутся. Хай! Бывай! Ну, привет! Здоров!